Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Фуфлик, Арара, FM Zoom. И Акрилька. И Тучка. Охотник, форум, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем здорово. Всем здравствуйте. Всем привет. Огромнейший привет. Ну что, ребята, как я и обещал, мы скачали просто гигантский лабиринт, оцените его размеры, и будем убегать от злых SCP-монстров 0.96. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем выживать. Пацаны, убегайте. Кто не успел, тот опоздал. Ой, граната об ногу ударилась. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее! Они все за нами. Быстрее. Ой, я не ожидал, что они такие жесткие. Так, ну что, еще никто не умер, это очень хороший знак. Поэтому, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, веселое, которое поднимает людям настроение. И что? И ничего, и тупик, да? И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Блин, я специально подался на самом деле. В здание же заходить можно? Конечно, по всей карте можно. Хорошо, давайте эту часть загрим. И вот этих. Так, отлично, отлично. Ой-ой-ой. Ой, побежали, мужики. Кстати, они не такие уж и быстрые. Так, давайте будем пытаться зайти в этот гигантский лабиринт. Карта очень классная. Ну, оптимизация оставляет желать лучшего. Почему-то оптимизация не очень крутая. Но записывать крутые ролики она позволяет. Смотри, так. Я по бортикам бегал. Ага, абортиком, да. А я бегу пока, что. Ого, они за мной бегут. Так, раз, два, три. Пока есть три штуки за мной бегут. Это очень близко. Ого, он даже немножко пытается меня догнать. Так, ну что, сейчас тут будет вход. И я пытаюсь забежать. Там что, с одной стороны только вход в этот лабиринт? Да. Ё-моё, тут мне придется, ребята, оббегать весь лабиринт. Ну ничего, потренируем их. Ноги крепкие. Так, что-то один отстал. А вы помните Left 4 Dead? А нет. Я Left 4 Dead специально, ребята, удалил, чтобы вы меня не скидывали. Да-да. Мой любимый. Догнал. Что, не надо было удалять его? Тогда пинать будем. Тогда. Хорошо, я добавлю его после записи, обязательно. Это мое любимое оружие для Димы. Так, я загрел еще. Ого, он до сих пор бежит с того раза за мной. И этого загрим. А! Так, давайте сейчас попытаемся добежать до вышки. Так. Это невозможно? Там нету входа, возможно. Что ли, для нее или что? Что невозможно? Там нету входа. А как так-то? Это специально так сделано? Или это для вышки, которая посередине? Ну да, получается, вот этот замок, который посередине, это неправильно выразился. Его можно. Ага, отлично, так, убегаем. Ой-ой-ой-ой, отстал. Представляете, смог оторваться от них. Не сильно, но оторвался. Это SCP за картой. А, тупик! Прощай! Пока. А, не, отлично, я живой. Нет, О, я знаю, надо взять оружие, лазерный меч и попытаться вот таким вот образом дофигачить туда. Так, подожди, где этот меч? Я должен успеть. Отлично, отлично. Фух, видите, я отсюда выпрыгнул, бы меня уже убил бы. Отличненько. Паркурим. Так. Ой, а что-то лагает у меня эта карта. Давайте поудаляем их немножко. О, смотрите, более или менее стало. Еще чуть-чуть один. Так. О, я знаю, можно еще поставить дедов, которые сквозь стены проходят. Давай. Надо. Давайте, а что? Они будут утягивать нас, будут под землю. Так, ребят, сейчас я поднимусь наверх самый. Было выключено ИИ, и они все равно бегали. Офигеть, да как такое может быть? Ребята, ставлю. Проверим. Все, полезли морды. Ну что, давайте посмотрим, кого они утянут первого. Наблюдаем. Не, меня не должны. Идемте к Диме. Я вот сзади вас. А, так я не туда. Ой. Упал чувак вниз. Он меня схватил. Во, смотрите, схватил! Схватил, значит, надо. Ребята, спрыгивайте, не бойтесь, они вас не будут. Ах ты жопа! Так, ты меня? На, и ты! Всех вниз! Всех где. И ты! Все! Ой, я все помню с тех роликов! Стой! Я помню того с тех роликов! Стоять! Где ты? Нет, ты где-то есть. Все. А где он? Где это? Ах ты морда. Я знаю, он вниз побежал. Давайте его есть. О, дед был, видели? Ноги деда здесь были. Он внизу сейчас уже. Да? Может, он за мной бегает, этот дед вонючий?
Ребята, он меня запускал. Да, он за тобой. За мной? Ого, их тут! А! Давайте постоим проверим. Насчет появляется, только насчет появляться, сразу убегу. Все, меня ухватили. Нету. О, давайте мы сделаем шанс. Подождите, ребята. Я сейчас очищу карту полностью и поставлю чисто дедов. Давай. О, сейчас, ребята, будут чисто деды. Им пенсию не выдали. На каждого игрока по 3 штуки будет. По 2. О, по 2 штуки на каждого. Уго, он уже! Он уже меня пытается убить. Не пускай. Во-во-во, смотрите, вылазит. Ой, что это странно, они как-то себя ведут. Опа, идет, идет. А! Сзади меня уже был, смотрите. Хотел меня убить. Кстати, у меня 4 жизни осталось. Где Димас вообще? Я вот тут возле замка бегаю, я иду в лабиринт. А! Все, пацаны, схватил! А я могу выбраться? Я не могу выбраться. Ты тварь! Ой, я сел, меня не может убить. Ай, ну что ты сделал? Я же свой наполовину. Я буду их истреблять. Ого, тут пятен на полу от них. Так, побежали. Прощай. Так, следующая волна, я поставлю статуй. А, все, схватил. Представляете? На панику я от Димаса сбежал, меня больше не найдет. На ходу я хватает схватил. За ноги. Представляете, какой мощный? У меня схватил. Ну все, бани этого. Бань 106-го. Меня схватило, я его убил. А это возможно? Не, давайте без убийств их. Ну, с Ордва шарами. Так, 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 я буду пытаться бежать постоянно, не без остановки. Проверим, схватит он меня за ноги или нет. Дима. Да. Бань охотника за хасками. За хатками? А ты вообще-то меня тоже убил. Так, я так понимаю, что лабиринт вообще не какой-то непонятный, нифига, как бегать в нем. Вы до замка добегаете по этому лабиринту или нет? Нет. Я так понимаю, что лабиринт такой, как декоративный. Смотрите. Кто идет? Так, давайте. О, вот туда замок. Давайте сюда попробуем пойти. Давайте попробуем дойти все-таки. Нет. Ай, я случайно. Так, FM зума увижу, сразу буду его скармливать из цепи. Не-не-не-не-не. Вот он! Стоять! Нет. А, меня схватили, и тебя пусть схватит. Нет. Во, отлично, на, его ешь. Нет, Блин, о, меня убил. Представляете, подлец какой. Так, ребята, будем делать сюрприз. Все, я убегаю. Это что? А можно не убить? Отлично. Меня нету, Еще ставлю. Я ищу. Так, можно отвернуться. Ой. Ой, пригвоздить можно. Она не пригвождается, а она все равно будет телепортироваться. На нее гвозди сильно не действуют. Чтоб а вы... Ой. Стану. Ой-ой-ой. Убила все-таки тварина, а? Хорошо, хорошо, я специально проигрываю. А! На тебе. Сразу все 3 за мной. Ой, блин. 173-й он меня уже хочет убить. Так, давайте сейчас зайдем в оружие, попробую прыжочек сделать. Так, хочу проверить сверху, можно ли вообще добежать туда? А ну-ка, сейчас мы так максимально высоко. Да, можно. Можно, я вижу, можно туда добежать. Так, я пока побегаю здесь поверху. Опа, моргнул. Опачки. Шуга. Так, убираем меч. Эй! Осторожно, осторожно. А, упал. FM Zoom, я тебя увидел. Стоять! Я улетел. Ну что, тебя не вижу? Я тебя вижу. Нет. Морда, я вижу. Это все иллюзия. Ой, не того убил. Так, я думал, это FM Zoom был невидимка. Нет. Он бы не додумался. Чего ты про него такого плохого мнения? Чем додумался? Так это же не серьез. Прыжок. Ой-ой-ой, давайте на замок прибежим. Все-таки на замок как-то побезопаснее будет. За мной прям банда статуй полетела. В смысле полетела? Полетела, да. Все за ним, все мочите его из цепишки. Нет. Да. Мама сказала нет. Бежит, я сейчас не понял. Так. На тебе, чтобы не втыкал. А за шо? Ну, чтобы не втыкал. Да я никуда не втыкал, вы чё? Даже в угол? Это рара. Так, хорошо, пацаны, раз вы так против меня сговорились, я вам сюрприз сейчас сделаю. Не надо, дядя Дима. Чё, надо? Не надо. А чё вы не хотите?
Дима, а растянула кровь, кровь растянула. Да. Вот сейчас еще будет. Так, ребята, я для них придумал очень такой классный сюрприз. Ах ты ж, блин! Эй. Вот вам всем, кто меня пригвоздил, вот! Вы сейчас все умрете! Ой, подлагивает. Карта очень прожорливая к ресурсам. Я думаю, что вот столько будет достаточно. О, спасибо, что полекал. А что они не убивают нас? Я тебя полекал, чтобы пригвоздить. Как говорится, видишь, смотрим. Масса, убегай. Я понял. Ой, обстоятельства. Вот так ты, значит, со мной. Я к нему со всей душой. А оно? Все, я сейчас их уберу, подожди. Оно. А что? Сейчас удалить. Не надо, удалить. Все, я тебя... Так я их удалял, чтоб ты... Где Арара? А я нигде. А он где-то. Ой-ой-ой. А че они не убивают нас? Потому что мы на них смотрим. Ага. Читер, да? Ой, лагает. Эй, лагает. Стойте, надо их поудалять. Хорошо, ставлю тогда самых злых SCP, которые у нас есть. Самый злой. Мы тебе не дадим. Мы тебе не дадим, да. Не дадите? Да. Хорошо. Убиваем его. Сейчас. А, уже поздно. Нет! А, это лохи! Это лохи! Я долечу до Димаса. Лохи, ты говоришь это? Блин, я хотел это сделать. А, он за мной! Надо им помочь загреться. Пошел, Опять против меня все сговорились. Дима, их убить можно? Нет, потому что они тебя будут убивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Дима, зачем? Так, подудалить надо, подудалить. Жрет ресурсы. Так, а какой у Арара? Ты не добежишь до меня. Не попал. Миниганом можно убить. Что творится? Иди сюда. Бананчик вонючий. Дайте мне это сделать, блин. Ребята, ну что, понаказывал я всех. Кстати, знаете, какой хочу мод добавить? Есть такой мод, который система Counter-Strike. Когда попадаешь в голову, все два раза убивать. Надо ее добавить, мне кажется, да? Конечно. Вы что, издеваетесь надо мной? Вы подлецы такие. Нет, ну куда ты улетел? Нет. Так потому что вы нечестно играете. Как раз сейчас. Не вы, а... Да не убивай. Дима, ну все, скидывай. Вы что, голимые, что ли? Не, я не обосранный. Дима, скидывай, охотник на захапку. А, базука! Ё-моё, вы что, издеваетесь надо мной? Угорать решили со мной? Так, ребята, сейчас мы им сделаем сюрприз. Я вижу, кто... Я буду мстить, и мстя моя страшна. Нет, он меня убил. Я сейчас дурак. Я сейчас вам подскажу, что за сюрприз он Дим, готовит. Дим, ты мстить будешь, да? Лови пулю. Не убивайте меня, окей? Чего? Меня не убило. Вот это жахнуло по лабиринту. Неплохо, неплохо. Так надо улететь подальше от них, чтобы они не видели, куда я лечу. Будем текать. Я тебя увижу, Дим. У нас постоянно какое-то убегание от SCP или монстра, а потом вы начинаете меня гасить. Убегание от традиция. Так. Во, вот эта бомба. Нет, она не прям... надо. Ой-ой, а меня не убило. Это не я. Ой, я не туда кинул. Ну ничего, не давайте проверим глобальность ее взрыва. Ой-ой-ой. Да. Вот это авиационная бомба. Давайте мы ее подальше кинем. Она не сильная. Она не сильная? Дима слох. Ой, я сам себя взорвал, идиотус, балботусович. Ну ты вообще молодец, но я не знаю. Хорошо, сейчас. Слабая, да, говорите, бомбы слабые бросаю? Хорошо. Не очень. Вот это облако здесь огненное просто. Сейчас. Дима, ты знал, что ты лох? Да вы что? Ах, вы такие! Ах, мы такие. Я знаю, какое оружие надо взять. Сейчас, ребятушки. Форум. Вот у нас. Нет, не ты в этом. Видишь? Вот. Сейчас я отлечу. Сейчас, чтобы они меня не видели, куда я лечу. Откуда? Ты как?
Ребята, сейчас я ему устрою райскую жизнь. Говорят, что я слабые бомбы бросаю. Хорошо. Так и ездим. Да. Только ты не сможешь. Думаешь? Да. Тебя уже снайпить будем. Хорошо, давай. Я жду. Ой, это ты, Дима? Да. Что-то слабо. Не убила вас? И меня нет. А всех остальных убила. Убила, догнала. Че, всех убила? Че вы говорите, не убила? Убила всех. Форума не убила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, я даже не буду возрождаться, чтобы вы все умерли. А где бомба? А вот. Я лучше уже умру. Она не взорвалась. Да, да. Я бегу. Она не взорвалась. Да. Садись сюда ко мне, я сзади тебя. Нет, не хочу. Смотри. Во. Две бомбы взорвалось. Наша моя? Вот это больше. Да, Дим, от тебя такого не ожидали. А чё? Так вы меня убили больше всех на свете. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, FM Zoom, Шрек, Феникс, Суслик, Чёрный. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Всем передаю привет. Ребята, сегодня мы будем выживать в большом лабиринте от новых NPC по игре SCP. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, убегайте в лабиринт, потому что сейчас будет очень жестко. Так, я даже не знаю, на что они способны, потому что это новые NPC, и они, наверное, будут очень круто сделаны. Мы раньше их давно когда-то записывали, но их обновили. Поехали. Давайте проверим, сможет ли он превращать меня в зомби. Так. Смотрим. Так, в зомби он не может меня превращать. Может. Теперь стало нас двое уже. Еще давайте, чтобы было много зомби. Так, ну что, пацаны, я прописал классную команду NavGenerate. Они будут теперь очень классно знать лабиринт и находить все лазейки. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord. Так, сейчас я, короче, дойду до вышки, а с вышки уже буду ставить очень-очень много. Поэтому досмотрите до конца, в конце будет, как всегда, очень много разных NPC и куча смертей от пацанов. От NPC. Там уже Шрек на... Да? Вы уже добежали, в принципе? Так, я помню, что да. Надо сюда. Этот лабиринт очень хорошо помню. Уже сколько раз я тут погибал, уже можно было его выучить наизусть. Так, пацаны, вы поднялись уже на вышку или еще нет? Там двое. Так, я приближаюсь тоже. Я помню, сюда. Да, и вот тут сейчас будет вход. Во, все помнится. Так, сейчас у нас будет очень много скромников и очень много всяких разных NPC. Ну что, пацаны, вы готовы? Да, капитан. Полетели. Так, давайте будем ставить. Так, на расстату это мы в конце поставим. У нас есть 0.96. Олдовский. Поехали. Они падают? Да, вон он внизу. А, вижу. Еще ставим. Много ставим. И давайте поставим Крисмас. Так как у нас скоро Новый год. А, это супер. Вот это, пацаны, вообще жесть. Ну что, кто не боится спуститься? Или подразнить их, да, их надо, насколько я помню. Давайте. Постреляем, давайте. Опа. Ой, начали подлагивать, давай немножко удалим. Я что-то переборщил. А, я помню этот пак, они не сильно оптимизированы. Их нельзя поставить 100 тысяч штук, как я хочу. Так. Я вижу, начали кричать. Ну что, я тоже спускаюсь. Эй, не лагайте, мужики, вы чего? Так. Я вижу, разорвали пацана. А, из-за того, что они в толпе застряют, начинают вот такие вот подлагивания происходить. Ой-ой-ой, такой страшный крик. Ор просто. Дим, привет. Я скромника нарвался. Че, подергивается все, подлагивает. И вообще, остались хоть парочку, или я всех удалил? А, не, я вижу. Так. Он сможет ко мне залезть или нет? Давайте проверим. Это он кричит жестко вообще. Побежал. Куда он побежал? Я тут. Мужик, я тут. Ой, с пулемета. Вы где-то такое еще видели? Нормально, пацаны, нагибает. Но ничего не происходит почему-то. Ой, я упал. Убил сразу. Мгновенная смерть. Так, давайте все-таки для прикола поставим одну статую, потому что я понимаю,
Надо делать веселье. Так, у нас есть вот такая вот статуя. Она за спиной уже? Тихо, тихо, тихо. Тихо, статуя, ну спокойно, успокойся. Что за мной? Во, переключилась. Фокси, тебе жопа. Я уже опять на башню. Тихо, залез. Тихо, тихо, тихо. Это что, часто моргаешь, что ли? Успокойся, Фокси, статуя. Привет. Уходим, уходим, уходим. Спокойненько. Не переживаем. И ставлю в голову. Блин, я ее боюсь, она сильно жестко на меня нападает. Давайте еще одну поставим. Во. Все, одна отстала от меня. Еще одну надо теперь как-то от себя отлепить. Тихо. Так, пацаны, а че они к вам не агрится? Давайте одну там поставим, чтобы пацаны было веселее им. О. Отлично. Еще одну давайте поставим. Так, это уже две за мной. Ребята, напишите сейчас в комментариях, у кого самый любимый и какой из цепи. Я люблю вообще-то самого больше, это скромника. 0.96. Он очень крутой. Ну и статуя у меня на втором месте. А на третьей это 0.49, чумной доктор. Ко мне статуя пришла. Да? Все правильно. Да. О, зомби пришел. Ай. Есть, зомби слился. Ай. Тихо, 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 ой, успокойся. Ой, ой. Ого, там взрыв был. Кто-то там бомбу с КС-ки взорвал, я вижу. Я знаю эти взрывы. Так, будем петлять. Хочется еще немножечко пожить. А если мне бомбу заложить? На живот? Да. Она вроде не приклеится. Приклеится, приклеится. Ух, там приклеится. Что такое горит? Нормально вы там подожгли, да. Пойдет. Так, все, я SCP-173 отпетлял. Давайте погуляем, походим. Так. О, кстати, у нас же есть SCP еще с другого пака. Мы сейчас оттуда еще поставим. А, я помню, у нас же еще есть вот такие вот собаки. Так, ставим собак. Собаки, собаки-балабаки, да, сейчас. Ну что, собака-балабака? Есть, я пошла. Так, давайте проверим, сможет она ко мне прийти или нет? Нет, она не может, кстати, меня достать. Это хорошо. Это хороший знак. Так. Отлично, кого тоже сожрали. Я упал, надо тебе бежать, потому что эта собака придет ко мне. Срочно, срочно, срочно. А? Что там, SCP-173 мочат вас или нет? Потихонечку. Потихонечку, ну это хорошо, пацаны, все сходится. Так, отлично, я наверху. Так, давайте проверим, собака ко мне сюда придет. Не, собаки нету. Ко мне уже пришла, да? Так, ребята, сейчас буду ставить с другого пака еще. Потому что у нас есть очень классные SCP-шки. А вот с этой... А это что, у нас другие совсем? О, собака пошла. Кстати, да, вот другой пак у нас есть. Обиделась, пошла вниз. Так, на меня не надо идти. Ого, нагавкает. Вот это будет побыстрее. О, прикольно. Так, давайте проверим, что-то еще тут у нас есть собакела. Прикольно. А еще вот такая у нас есть собакела. Нет, тут это не надо мне, слизь вонючая. О, во, настоящий скромник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, наверное, он сейчас за мной побежит. О, собака, собака, отвали! Блин, жесть. Ну ничего, за то, что я умер, теперь я далеко от них, они теперь все там, на вышке. Пацаны, надеюсь, вам там сейчас весело. Я слышал, как она гавкает. Да? Она прикольно гавкает, звучка офигенная. Так, пошлите. Возьмем арбалет, будем, если что, арбалетом отстреливаться. Так, никого. О, я знаю, что надо сделать. Я придумал. Сейчас, ребята, хотите эпик? Давайте. Сейчас все будет, не переживайте. Так, мы заходим в NPC. Заходим. And next bo... Так я же всех удалил. О, нет. Вот так вот. Ого, что за звук? Когда их удаляешь, такой звук прикольный. И начинаем спамнить 0.96. Очень много. Очень много. Ой-ой-ой. Я пришел прям тут на спамнить. Ой-ой-ой. Да все нормально, пацаны. Теперь надо и что? Главное их заагрить. Агрим. На, понюхай. Почему прям передо мной не спамнится? Так, давайте. О, первый пошел.
первый пошел. Давайте теперь по этому. Еще один пошел. Ребята, ну что, сейчас будет жестко, потому что они все к нам сюда идут. Первый пошел, пацаны, смотрите, поднимается по вышке. Готовьтесь. Бежит, бежит, бежит. О, вот это скорость у них. Ой. Готовы? Сейчас уманим. Опа, обиделся. Нет, что ли? Ты дурак? А че он? А, тот спрыгнул. Так, давайте еще подразним. Вон я вижу, еще есть навесик. Есть, попал. Не попал, такой навесик небольшой добрать. Есть, попал. А, елки-моталки, пока там агрил, они, короче, уже начинают там мочить всех. Жесткие. А у нас еще есть другие. У нас есть еще с другого пака, прям вообще еще сильнее, чем эти. Сейчас я вам покажу. Так, вот есть у нас SCP, SB. Вот здесь, вот, конечно, у нас вообще жирнячий пак. Давайте будем... Так, вот это, да, вроде бы? И вот этот еще есть у нас. Так, давайте ставим. Надо поставить больше. Сейчас, NPC. Это уже стоит 52. Давайте до 100 увеличим. 100 SCP-шек. SCP-шный дождь. Аллилуйя, SCP-шный дождь. Вот это он сильно хочет меня убить, смотрите. Очень мощно хочет меня убить. Они тут дискотеку устроили, но мы живем. Хотел меня порвать, не получилось. Че там, не получается? Вот это сильно, пацаны, убегайте. Они все за мной, они все за мной. Есть. Фух. Как он теперь достанет? Он меня никак не достанет. Вот это они пацанов убивают. Смотрите, сколько смертей. Они что, между собой дерутся? Да, сколько трупов. Ты че орешь на меня? Ты дурак, что ли? Вот это они кричат. А, и давайте для веселья поставим пару статуй. Раз. Раз. И у нас еще тут вроде бы есть где-то. Тихо, тихо, вроде нету. Две штуки. Три. Вот, все, три разных статуи. Погнали. Так. Кстати, классно сделано, что я теперь вижу анимацию, когда я моргаю. То есть в этот момент она приближается. Так, ну они еще пока ни за кем не агрятся. Это очень странно. Стреляй, стреляй, стреляй по нему. У них жизни очень много. Тихо. Одно исчезло. Одной уже нету статуи. Где взрыв? Нормально, нормально. Вы хотите с ней повоевать? Ну давайте. А, я так понял, что мы все смотрим на них, из-за этого они не могут двигаться. А, все три. Я думал, все-таки и две стоит. Мочим, мочим, мочим. Что-то не получается их убить. А, давайте возьмем что-нибудь другое. О! Неплохо так раскрышило. Но у них жизни, наверное, 1100, наверное. Так, пацаны, я пошел вниз. Попробую повыживать. Погнали. Я сейчас тупики, у вас у меня два скромника стоят. Я выйти не могу. Они за мной бегут, я слышу. А не, никого нету. Спокойно все, ребята, все чисто. Штук 60 или 70 у нас сейчас из цепишек бегает по лабиринту. Прям вообще мощно. Попробую добежать все-таки до башни. Я уже знаю наизусть, как к ней идти. Так, приближаемся. Там башня, да, все четко. Ого, их тут сидит. Ладно, 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 пусть сидят, мы их не трогаем. Вообще сильно. Они по воде бегают. Да? Нет. Они по воде могут бегать, ты думаешь? Они плавают. Да такого не помню я. Нет, Дима, ой-ой-ой-ой-ой, орут, орут. Пацаны, что, они вас там убивают, нет? Нет. Ой, я знаю, что надо сделать, чтобы их загреть. Сейчас мы их загрим, подождите. У нас есть вот такая вот бомбочка небольшая. А! Не надо. Фух. Вот это я дернулся. Да че, дурак что ли так убивать? Я пошел с мечом. А, еще раз убила. Ой. Так, сейчас, 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 сейчас. Все нормально, пацаны, я их заагрю сейчас. Не бойтесь. Бум, все, они теперь все заагрились, пацаны. Все. Нет, по всей карте.
Вот это же будет вообще веселье. Здесь какой-то апокалипсис уже. Да я вижу, я вижу. А что они дальше стоят? Хорошо, сейчас мы еще небольшую бомбочку кинем. Ой, убил. Вот такая вот у нас есть бомбочка. Мини-ядерная бомба. Отвали, тварь. Полетела, полетела, пацаны. Сейчас не всех убьет. Ой, красиво, кстати, взорвалась. Слышь ты, черепиздрик вытянутыми руками. Отвали от меня. Ты прикольно бегает. Это угар. А я бегу за Димасом и хочу убить. Нет, не получилось. Вот давайте, чтобы он через красную гранату пошел. Ему все равно. Да у меня жизни куча отнялась. Эй, пацаны, осторожно с красными гранатами. Вот это мы разошлись, тут вообще мощно. Так, еще небольшая бомбочка. Пошла. Ой, красиво запустил, ребята, смотрите. И еще одна. Она только меньше... Во-во-во, вот так вот, навесиком. Все, чисто там, где они стоят. Неплохо, неплохо мы их разрываем. И еще меньше надо навесик делать. Вот так вот. Ну я сейчас тоже умру, наверное. Что, они бессмертные? Нет, они не бессмертные. Ого! Тут чья-то жопа отлетела, полудохлая. Нифига себе мы их гасим. А мы всех убили или еще есть живые? Нет. Еще живые. Еще есть живые? Хорошо, кидаем. Ой. Полетела, полетела, полетела. Ой, красиво. Дима, ты позволяешь мне бомбочку кинуть? Да, кидай, только не сильно мощный. Давай. О, навесик, навесик. Уничтожаем всех. Бегут, бегут, бегут к нам. Ой, радиация. Откуда ты взялась, тварина? Давай я помогу тебе. Бросай, бросай. Я тоже запущу бомбу. А что за бомбу хоть мы там бросили? Ой, просрала я. Ой, не просрала. Так уже показала, что из цепи ее взорвало. Короче, из цепи начали бомбу взрывать. Вообще мощно. Че, вы всех убили или нет? Нет. Еще там люди есть. Ой. Так, пацаны, ну что, теперь я делаю вакханалию. Готовьтесь. Давай. Давай, давай. Ой, ребята, сейчас будет прям вообще жестко, потому что пацаны, я даже не ожидаю, что я сейчас буду делать. Ой. 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 Ой, ну что, вы сможете их убить? Не попробую. Ну я думаю, хватит для начала. Вот это да. Пойдет? Ой. Ой. Умирают, рассыпаются. Рассыпаются. Ой, я тут лучше постою. Хорошо, что мне сюда их... Ой-ой-ой, сейчас, наверное, сюда. Ого, тут бомб набросано. Я тоже сейчас сюда брошу им бомбочку. Полетела. Красиво! Те живые? Еще живые, да. Те живые. Ребята, ну мы сейчас прям... О, я знаю сделать так, чтобы они были не живые. О, Диму можно поставить пушку. О, боже, вода выплескивается с этого бассейна. Что происходит? Они живые, пацаны, мы еще моргаем. Серьезно? Да. Сейчас, сейчас. Люблю ролики, где мы взрываем бомбы. Прощайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, живые они еще или нет? Ой. По жопе мне на бомбой дал. Все, мы всех убили, да? Да, походу всех. Моргаем все еще. А, кстати, да, моргаем. Моргаем? Стойте, сейчас будем не все. Мы еще моргаем. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Куёка, Фаберли, Заварной Кофе. Пацаны, поздоровайтесь. Приветики, омлетики. Всем приветик. Привет. Ребятушки, сегодня будем играть на очень большом лабиринте и решили записать злостных SCP-096. Это SCP-скромник. SCP, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Понимаешь, что они за тобой побегут? Не, они не бегут за мной. А, я знаю, в чем проблема. А вот теперь побегут. А, Серега, отойди. Вот это жесть. Ну что, ребята, веселье начинается. Я, как всегда, забежал в тупик. Я поддался, на самом деле. Вот это жесть. А что он на месте стоит? Давай, беги. Очень странно. Стой, стой. А, нет, нет. Стойте, я их удалю сейчас. Стойте, я знаю, в чем проблема. Я знаю, в чем проблема. Я проверял, как они бегают. Бегают хорошо. Погнали заново.
Из-за того, что был искусственный интеллект отключен, из-за этого они как-то странно бежали. Давай гранатку им кинем. Все, сейчас будет жестко вообще. Эй, я говорю, жестко будет. А нет, все-таки жестко. Все, побежали. Так, теперь моя цель добежать до вышки. Будем с вышки их дразнить. Проверим, добегут они до вышки или нет. Или даже, скорее всего, проверим, добегу ли я до вышки. Ой-ой-ой, они прям сзади. Смотрите, они не смогут тронуть. Отлично. Серега, тебя сколько раз убили? Один раз, понял. Сейчас исправим, я тут еще сидячий. Давай, активируй их, дразни. Ребят, в этом ролике мы будем ставить очень много разных SCP, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то веселое, классное, которое заходит и поднимает людям настроение. А это самое главное. Моя цель — это поднимать настроение. Надеюсь, у нас получается. Куёка слился, это хорошо. Это очень прекрасно. Я извиняюсь, я решил Portal Gun заюзать, чтобы, ну, вышки поближе быть. Понял. Я привык тоже, что ты читеришь, как и я. Два читера. Да-да-да-да-да. Ой, я знаю, кого я сейчас поставлю. Я сейчас зайду на вышку. Ой, тут тупик. Я сейчас поставлю... А он бежит. 0.49. Он за мной бежал, вы видели? Промахнулся. А, быстрее. Вот это он орёт. Блин, они так орут, я их боюсь. Не на вышку бегут ко мне. Хорошо, что я уже здесь, Серега. Я знаю, что не на вышке, я буду смотреть, как вы умираете. А я буду стараться идти поверху. Чинь. Опа, один слился еще раз. Это хорошо. Опа, прям прекрасно. Сегодня я прям хорошо паркурю. Ой-ой-ой, орёт. Ты псих, что ли? Ой-ой-ой, еще чуть-чуть бы упал вниз. Дима, а? Ай, я полетел. Вторая смерть. Отлично. Посмотрим в конце ролика, у вас сколько будет смертей. У меня пока есть 5. Ой, 2, тупин, 5. Так. А, я упал, блин, да я шиф прожал случайно. Нет, пацаны. На самом деле, я специально упал. Я всегда, когда косячу, говорю, что специально. Ой-ой-ой-ой, они интересно. Пацаны, есть возле вышки кто-то? Я зайду? Отлично, я зашел. Так, ребята. Ой-ой-ой, вы видели, как это было близко? Еще бы чуть-чуть, он бы меня убил. А что меня не убил? Все, я наверху. Бегут. О, меня немножко подлагивает иногда. Так. Отвали. А, Серега! Есть, я живой. Я живу, Серега, это может из-за портала Дима... подлагивает, не? Не, портал не сделал. А! Дима, они за тобой побежали. Да я вижу, он меня убил. О, они превращаются на место и с... Эй, вы чё такие странные? Это чё, да тоже вернется? О, они, да, короче, убивают, да, и возвращаются, садятся на место. Давай, побежал, я сказал, щенок вонючий. А я бегу. Догонит? Да, он за мной. Он за мной, поэтому они надо... телепортируются обратно, Дим. Они прям приходят вроде бы. Или телепортируются? Да. Отлично, он бежит. Так, ставлю еще. Я же хотел 0.49 поставить. Сейчас будут у нас еще ребята и зомби на этой карте. Так. Вот у нас 0.49. Ставим. А че не 147-го? А кто это? Дед, что ли? Нет, статуя. Смотришь, 173. Да, 173. А, ну давай статую поставим, Серега. Ну, по твоей просьбе. Опа. Ой-ой-ой-ой, сразу стрёмная музыка пошла. Ой, я моргаю. Он что, за мной, что ли, увязался? Отвали. Да, он за тобой. Дима. Не, вроде бы не. Он за тобой. Манси. О, боже. Классно. Опа-па. Опачки. Чпонкс. Я 49-й закину в лабиринт, а то они там... Да, давай. Их надо активировать, наверное, ударить. Или что, их там надо лещами прописать? Да не, их проще это, по лабиринту раскидать. Давай. Сейчас еще зомби появятся, вообще будет прикол. А мы спокойно идем, не спеша, без шифта. Потому что с шифтом я постоянно падаю почему-то. Опа. Опачки. Вот статуя. О, уже статуя двоих захавала. Так, побежали. Так, Серега, я на вышке. Я бегу. Отлично. Ну его нафиг. Не бойся, Серега, ну не бойся. Опа. Статуя. Статуя. Да, вроде я моргать начал. Так, я сейчас резко отойду, смотрите. Опа. Я моргаю. Да ну блин, это статуя сделала, чтобы я моргнул. Ой, красиво. Так, вернуть. А! Себя в ловушку загнал. Да ну статуя! Она статуя! Ну отвали! Галимая!
А! Да чё на меня убивай? А! Да Серега, скажи ей! Ой! Не-не-не, брось! Ай. Не-не, я ее закину, я ее закину. А, понял, я понял. Чтобы она меня не видела. Все, отлично, она к другому привязалась. Так, давайте мы поставим еще других из цепи. Сейчас мы этих удалим. Сейчас поставлю я других ребятушки. Сейчас мы поставим. Давайте вот этих 096-х. Опа, активировался. Давай, подлец. Еще. А этот нормально активируется, кстати говоря. Если на него посмотреть. Да, его не надо, да, бить? А че они не бегают за нами? Ой-ой-ой, прикольно. Надо ударить. А не, они, короче, танцевать, видите, танцуют. Они сейчас за мной побегут. Дискотека. Ты думаешь? Беги. Инфосотка, что они за мной побегут. Ну, давай проверим. Я, короче, тоже буду тут стоять, чтобы не было доступа ко мне сразу. Они долго так будут психовать? Ну, подожди, сейчас они... Сейчас посмотрим. Жесткая битва. О, одного порвал. А не, он успел убежать. И еще у нас есть SCP. Давайте еще вот таких вот поставим. 3, 4, 5. На тебе за то, что ты убил его. Вот это жесть, они кричат. Давай, мужик, активируйся. И того активируй. Ой-ой-ой, как это громко. Акуёка, а ты чё молчишь? А, не может разговаривать. Нет, испугался. Да, он боится. За мной побежали, все, они за мной. Эй, ты чё? Эй, Куюка, стоять! Вот он, ешьте его. На, это тебя отомстил за то, что ты меня хотел скинуть. Все, короче, пошел я вглубь лабиринта, повыживаю. Погнали. Ну чё, кто меня тронет? Никого не боюсь. Есть кто-то за мной бежит? О, за мной бегут. Я тоже слышу, да. Они топают уже. Ой, блин, это Куюк, я думал, это зеленый SCP. Спасибо, что мне закинули еще двух. Не говори спасибо, просто поблагодаря, мы тебе еще дадим много SCP. Ё-моё. Не бойся. Они ручные. Они только делают вид, что хотят убивать. Так, я на вышку иду. Мне интересно, они до вышки легко добегут? Они более тупые. Эти тупее. Эти тупее, да? Да, они не бегут. Это очень странно. Просто стоят, да, и они... все? Да, они стоят и орут. А, все. Хорошо, я сейчас добавлю еще. Только других. О, может деда добавить? Можно, кстати. Ребята, сейчас будет деды у нас. О, ребята, сейчас будет жестко. Деды, в путь. Мне хана, меня убили. Я прям много их поставил. Дес, они через стекло смогут меня поймать? Вот, смотрите, он вылазит, прям видно через стекло, как. Дима, они через стены могут, они быстро телепортируются через черную, пошел. Ну, зону какую-то фантом. Офигеть, он даже когда ходит, следы видно. Ну, меня зажали. Классно, еще один. Все, поймали одного чилипиздрика. Так, я живой еще, я буду двигаться постоянно. Классно, Серега, их через стекло видно, когда они вылазят. Я первый раз вижу, как они вылазят. Ого, этот прям резко вылупился. Ой. Блин, я в лабиринт упал, мне хана, походу. Не, если Серега, не, упали, не. Если вы в лабиринт упали, ой-ой-ой. Вы умерли, они вас зажали. Вот о чем я и говорил. Жесть, в наушниках такой звук от них прикольный идет. Кстати, вот пятно прям шевелится. Смотри, Серега, а что это такое? Очень, да? Странно. Пятна шевелятся. Это карманное измерение его, Дим. Понял. Но тут нету на карте карманного измерения, поэтому... Ой-ой-ой, ты пыхается. Блин, они стрёмные, если честно. Давайте разнообразим ситуацию. И поставлю 373, чтобы было веселее. Опа, я уже моргнул. Он очень медленный. На, Куёка, сейчас тебя поймают. Опа, и чё? Хочет меня поймать. Давайте, ладно, пусть поймает меня. Он просто дамажит меня. Офигеть. Вот это они громкие. Звук такой, знаете, непонятно откуда звук идет. Очень классно сделано. Я на башню наконец-то добрался. Я до башни добрался. Опа. Я бегу. Ты в башне, Серега, я за тобой иду. Ой, тут их много, Дима. Ой, блин, из-за того, что я моргнул, я упал. Они все телепортируются. Да, они к вам идут? А я иду тоже к вам. Так, это... Ай, блин, схватил Серега за ноги. Ребята, давай, вы, короче, стреляйте из них. А что, давайте их, может, помочь им?
А, я опять схватил! Я тебе буду под люк это мочить! Кроме R2 берите другое оружие, хватит. R2 читерская, да, какой-то, Серега? Да, это чересчур читерская. Ай, они окружили меня. Буду мочить их. Ой-ой-ой-ой, откуда этот звук? Это 173-й. Хуёк! Ах ты подлец такой! Ах ты подлец! На тебе за то, что ты меня хотел убить. Ого, их не берет такое? Такое это же оружие. Нет, не берет. Опять ты? Хуёк он, ну скажи им. Серега, их даже арбалет этот не берет. Сколько ж у них жизни, интересно? Дофига. Меня убили. Меня тоже убили. Опять ты? Я же... Хуёк он. Не смотри, не могу попасть по куёко. Джавелин в помощь. О, давай джавелином, давай, Серега, погнала. Я хочу, кстати, обзор на джавелин снять. Ох, их тут, это их наставил вдох. А что они тут за дискотеку устроили втроем? Опять ты? Куёко. Джавелин пошел. Осторожно. Бума. Ого! А, такой эффект, как будто осколки разлетаются. На, я буду им гранату бросать. Бум! Вот это мы, короче, их гасим. Дима, я две статуи убил. Сразу? Да. Еще одну! Еще пошел джавелин! Подлагивает. Бам! Да вроде не. Но это же джавелин, он должен подлагивать. Ай, куёка, ты мешаешь мне их убивать. Я что-то не могу по ним попасть, или я попадаю, не понимаю. Ты попадаешь, но... Опять ты, куёко! Давай проверю, бессмертные они или... Давай. А, они бессмертные. Они бессмертные? Да. Смотри, я взял один пистолет. Ай, куёко! Так, ну что, теперь будет еще жестче волна. Так, все-таки я решил вот этих поставить из цепи. Они очень классные. У нас такое есть. Да, вот это самое лучшее из цепи, которое у нас есть. Очищаем карту полностью. А что пятна не исчезают? Это очень странно. Ну? Ну пятна не исчезают, представляете? Ой, прямо на голове Сереге поставил. Ну что, я буду тут выживать, не буду в лабиринт бежать. Постараюсь здесь побегать. Давайте, сыкуны! Давай, мочите куёку! Всех активировал, всех. Вот это толпа со мной. Ну что вы мне сделаете? Я вас не боюсь. Так надо за куёкой бегать, чтобы они его замочили. Отлично, отлично. Так, Серега, теперь должны тебя замочить. Полюбасу. Нет, они за тобой. Они некоторые побежали в глубь лабиринта, потому что там игроки на это. Да я поддался. Я серьезно говорю, поддался. О, я знаю, что, Серега, надо сделать. Я буду использовать то оружие, которое ты использовал. Как раз расстояние позволяет. Так, где у нас джавелин? Вот. Вот. Ты псих, Димба. Не, я не псих. Псих. Смотрите, пошла ракета. Посмотри, как она стреляет на большом расстоянии. Эй, а что она в небе взорвалась? Он что, в небе был? Что за баг? Захватываем цель. О. Пошла. Он в небе взрывается. Тут низкая этот скайбокс низкий. Нет, ты слишком далеко, вот смотри. Так я на других картах взрывал, и было все хорошо. Потому что у них. Смотри, вот я беру джавелин. Давай. Допустим. А где ты? А ты близко. Вот. Видишь, он у тебя сразу вот вниз идет, поэтому и взрывается. Вот это жесть, они там гоняются по цунами. Вообще мощь. Ай! Ах ты, зараза такой! Так, я понял, я понял. Некоторые в лабиринте стоят, боятся идти. Я бы на вашем месте тоже, пацаны, боялся. Ого, здесь до сих пор потресканное стекло. Так, Серега, сейчас мы сделаем кое-что. Обстоятельства, ребят. Круто, пацаны. Что, целые? Да. Вот, у меня есть еще одна. Ты не те бомбы используешь, я сейчас возьму. Смотри, смотри, смотри! Ой, красиво, красиво! Бум, взорвал!
Чё, а сталкер, это который под землей? А чё, из цепи целые, что ли? Да, я сейчас тебе покажу. Как... А, я упал! А кто меня скинул? Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это жесть! Куяка, не ты меня случайно был скинул? Серега, давай ты взрывай мощь. Без проблем. Ой, он еще бегает здесь. Порвал, порвал чувака. Ой-ой. Нет, они живые, Серега. Никто не умер из-за степи. Живые? Ого, тут что творится? Это просто жесть. Надо свалить отсюда. Я возьму другую бомбу, Дима. Давай, давай. Ого, а что такое дым черный? Ого. Я понял. Во! О, мой скелет отлетел! Че, всех убили? Или нет? Да, всех. Если вам понравилась эта серия, и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, поджигай! Серега, как всегда, любит все взрывать. Псих самый настоящий. Молодец. Молодец. Ты сейчас...